Вот сегодняшняя лекция – это современное понимание семьи и ее влияние на судьбу. Виды браков в современном обществе, изменены разводы, однополые браки. Мы живем в среде, в которой не хватает духовной культуры. Духовная культура – это единственная культура, больше нет никакой другой культуры. Например, носить швейцарские часы, ходить вот в определенной одежде – это не культура, это просто мода. Культура означает то, как люди способны гармонично жить, жить в гармонии с собой, с людьми и с этим миром. Это культура. Культура дает возможность гармонично жить. И в нашем обществе, как ни странно, несмотря на развитие общества, культура тает, теряется культура. Люди дезориентированы, они не могут нормально жить. Причина – отсутствие образования и в целом правильного настроя в этом направлении. Потому что в целом общество ориентировано сейчас на материальные ценности. Вот давайте я вам задам вопрос. Как вы думаете, что важнее, вот вы, допустим, дом строите, что важнее в доме, отделка или стены? Фундамент, стены, да, важнее. Вот представьте, если не будет нормальных стен, отделку сделали, все посыпалось все равно. Сейчас люди живут для отделки, понимаете? То есть им картинка, фантик внешний важнее. Вот эта вот способность жить комфортно – это отделка жизни, это не жизнь. Вот, допустим, будет ли у нас счастье, если мы будем иметь холодильник, стиральную машину, там все, пылесос с дистанционным управлением. Лежишь на кровати, включил, он сам там ездит, все пылесосит, там все сам. Стиральную машину включил, она сама постирала, там развесила белье, телевизор включил, там герои все выходят наружу из телевизора, там 15D формат, вот, все прямо внутри квартиры развертывается представление. Очень комфортно жить, рот открываешь, этот, как вечера на хуторе близ Диканьки, да, сам этот вареник в рот залетает, круто вообще, полная как же автоматизация, делать ничего не надо. Но да, это облегчает жизнь, как-то легче, так комфортнее, спокойнее становится. Но жизнь человека протекает в глубоких отношениях. Запишите себе главное. Жизнь — это не стирать белье, это не легко готовить пищу, не смотреть передачи, не играть в компьютерные игры. Это все не жизнь, а это все облегчение, снятие страданий просто. Это снятие страданий. Понимаете, есть два понятия. Есть отсутствие страданий понятия, есть понятие счастья. В основном люди считают, что счастье – это отсутствие страданий. Как у тебя дела? У меня все хорошо. Квартиру купили, зарплата нормальная, жрать хватает, все нормально, все хорошо. Ты счастлива? Да. Это отсутствие страданий, это несчастье. Дети завелись, все как дети завелись, квартира есть, муж не развелся, вот. Работа есть, зарплата есть, все. Сейчас, да, все, больше ничего не надо, все, Альгина, все, больше ничего не надо, все. Это не счастье. Но большинство людей считают это счастьем. Это не счастье. Это просто отсутствие страданий, и все. Когда человек живет такой жизнью, он как во сне живет. У него нет настоящей жизни на самом деле. Настоящая жизнь – это когда между людьми есть глубочайшие, чистые, светлые отношения.
когда между людьми есть в сердцах очень глубокая связь. Они как соратники живут. Они понимают глубочайшим образом друг друга, открывают сердце. Когда они могут смотреть глаза друг другу не с целью наслаждаться, а с целью увидеть человека. Это разные вещи. Один взгляд — это желание видеть красоту человека и его силу, влияние. Вот, допустим, мужчина, взгляд, он дает влияние. Женщина смотрит на него, ей приятно, потому что у него есть сила, влияние. А женщина, она дает красоту, наслаждение, эстетическое чувство. Женщине нужна сила, мужчине нужна красота. И то, и другое — это просто балдеж. Это просто отсутствие страданий. Это не то, что дает настоящее чувство. Настоящее чувство приходит от верности, от способности принять человека, от способности его понять, от заботы, от уважения, от искренности в отношении. Вот эти вот вещи являются самой большой ценностью, которая только есть в этом мире. Нет больше ценности никакой, чем вот эти вот вещи иметь в жизни. Но большинство людей не имеют таких ценностей или имеют очень мало в жизни. И при этом считают, что у них все нормально. Поросенок тоже считает, что у него все нормально, кушая испражнения. Потому что он не знает другой пищи. Его не обучали. Нет, я серьезно говорю, вы знаете, что свиньи с удовольствием едят испражнения? Почему? Потому что у них нет культуры питания. Их не обучали, как кушать надо правильно. Так и в современной культуре в основном вся жизнь направлена просто на то, чтобы не было страданий. Нет культуры понимания, что такое настоящее счастье. Люди не стремятся к нему. Но если вдруг человек начал стремиться к настоящему счастью, то все остальное для него становится фантиками. Ценность все теряет. Вот упахиваться ради того, чтобы было побольше комнат в квартире, теряется смысл всякий. Потому что человек понимает, что если он сейчас не будет вот заниматься вот этим, прощать, просить прощения, молиться там и так далее, работать над собой, то его жизнь будет дальше бессмысленна. Она потеряет всякий смысл, всякую глубину. И семейная жизнь, она зависит напрямую от культуры вашей жизни. Нашей жизни, я про себя тоже говорю. От культуры она зависит. Вот если у меня в сердце есть культура, если я хочу служить близкому человеку, заботиться о нем, понять его сердце, если я хочу отдать ему свою жизнь, то есть, ну, в хорошем смысле слова, не в том, что как бы я глупостями какими-то занимаюсь, а... И делаю так, чтобы потом, когда этот человек вспоминал, что, допустим, меня уже нет, чтобы эта память была чистая и светлая, как слеза. Понимаете? Это культура отношений возникает внутри человека. И так как у нас нет общей культуры нормальной, поэтому у нас также нет нормальных семей. 80% разводов о чем-то говорит. Это означает, что современное понимание семьи, оно какое? Вот что такое семья для нас? Давайте посмотрим. Семья для нас означает, что у нас нормальное жилье. Можно по статистику посмотреть разводов, от чего люди разводятся. Нет условий жизни чаще всего совместно. Нормальное жилье для нас имеет ценность. Секс. Или секс, потом нормальное жилье. У всех по-разному, у кого чего в первую очередь стоит. Дальше, чтобы было достаток в семье. Дети обязательно, чтобы были. Без детей тоже как бы уже дальше нет смысла. Люди часто думают. Еще что? Положение в обществе некоторым важно. Не всем, но некоторым важно положение в обществе. Ну, то есть жилье, в том числе машина, дальше
Работа, ну, здоровье также человека близкого. Часто важно людям, чтобы он нормальный был, здоровый психически. Секс. Вот эти вещи. Дети. Это что? Я вам перечислил ценности семейной жизни сейчас? Нет. А что я вам перечислил? То есть я вам перечислил сейчас то, вот послушайте сейчас внимательно, я вам перечислил сейчас то, что человек получает просто потому, что он живет. Потому что все эти вещи приходят по судьбе само собой, потому что человек имеет на это право или не имеет. Вот, например, почему один человек становится крупным бизнесменом, а второй не может даже концов с концами свести? В чем причина? Один легко так раз зарабатывает деньги, и он всех учит, говорит, давайте я вас научу, и вы тоже будете легко зарабатывать. Будут они легко зарабатывать? Нет, это просто обман. Потому что есть в древней культуре ведической есть такое понятие шакти. Знаете, что такое шакти? Это особый вид силы, который меняет людей. Я в своей жизни с этим столкнулся неожиданно. Я просто пытался лечить людей, и один такой достаточно разумный человек, я ему рассказывал, как правильно жить, и там на точки им какие-то нажимал, пытался его лечить в клинике в Самаре, учился в мединституте. Он смотрел на меня внимательно и говорит, тебе надо читать лекции. Я говорю, в смысле? Он говорит, я тебя организую, у меня есть много сотрудников. Он был начальником в научно-исследовательском институте, там отдела какого-то определенного. Он собрал этих научных сотрудников, мне было 24 года. Ну, то есть для меня это был стресс конкретный. То есть я вышел перед ним, у меня коленки тряслись. Но интересную вещь я увидел. Я когда начал читать лекции, я увидел, что они просто застыли и начали слушать вот так вот. С самого начала. Я не учился читать лекции никогда. Просто я начал читать и сразу раз. Я смотрю, думаю, люди так слушают. Мне самому, наверное, надо тоже это начать делать. Ну, не то, что совсем так уж. Я всегда старался делать то, что я говорю. Ну, я это шутка. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что то, что дается человеку, оно дается с самого начала. И об этих вещах нет смысла заботиться слишком сильно. Сколько у тебя будет чего, нет смысла беспокоиться об этом вообще. Потому что это зависит от одной вещи, которая сидит у человека глубоко внутри, и ее вот так вот механикой поведения в бизнесе, сделок, ее не вытащишь. Например, один человек может уважать других, а другой не может. Один может видеть обман, а другой не может. Один человек может вдохновить других, а другой не может. Один человек может сказать, что все слушались, а другой не может. Один человек может успокаивать других, а другой не может. Один человек может прощать, а другой не может. Один человек может просить прощения, а другой не может. От чего это зависит? От накоплений, которые есть внутри. Эти накопления не копятся за 5 минут. И если уж говорить о достатке, то есть два способа к этому идти. Один способ – это пахать как ишак, это аскеза в невежестве. Аскеза в невежестве тоже дают результат в невежестве. Приведу пример. Два подхода к жизни. Один человек просто работает на заводе, а второй человек учится, чтобы работать на этом заводе. Кто из них будет больше зарплату получать и меньше работать? Тот, кто учится, то есть аскезы, благости, это учеба, да? Человек просто работает всю жизнь. Он может проработать на одном месте, не получая образования. Но учеба тоже бывает разная. Если он просто теоретически нахватался, то тот, кто просто работает, может быть, даже будет лучше. Но можно не просто работать, а учиться работая. И тогда ты очень быстро развиваешься. Учиться на практике, понимаете, практическое обучение.
Но этого недостаточно. Вот тот человек, который будет заниматься духовной практикой, он обгонит всех остальных, кто работает рядом с ним. Потому что работа над собой лучше всего повышает статус человека в обществе и не дает ему шансов быть несчастным. Вот вы, работая над собой, сильно повышаете статус, потому что самая большая ценность в человеке – это не его образование там. Некоторые думают, вот у меня есть такой-то диплом, это значит, я куда-то устроюсь. Это значит, может быть, что вы устроитесь. Вопрос заключается, насколько вы там продержитесь потом, насколько вы там будете нужны. Потому что если у вас не будет качеств личности, то вас оттуда выгонят просто. Вот эти качества развиваются в работе над собой. Материальное образование тоже нужно, но оно идет на втором месте. И не надо так сильно в это погружаться, понимаете? Некоторые люди упахиваются, чтобы повысить свой достаток. В этом нет необходимости. Нужно просто развивать себя как личность. Развитие себя как личности делают следующие шаги в жизни. Первый шаг. У человека улучшаются качества характера, его замечают более интеллектуальные и развитые люди. Это означает более высокий слой общества. Всегда, чем выше слой общества, там более развитые и интеллектуальные люди. Они ценят хорошие качества характера. Что значит развитые люди? Ценят хорошие качества характера. Чем больше вы развиваетесь, тем выше вы поднимаетесь в социуме. Просто работая над собой, человек поднимается в социуме, а это означает, ему надо меньше работать для того, чтобы поддерживать себя. Это значит, что еще больше можно заниматься духовной практикой на этом слое жизни уже, потом еще больше и так далее. Но есть потребности жизни. Например, мне нужна по-любому очень большая квартира. Это значит, надо по-любому пахать, как ишак. Вот по-любому, по-другому я жить не согласен просто и все. Мне нужна очень красивая машина, мне нужны поездки там в какое-нибудь крутое место, чтобы в крутом отеле хотя бы недельку пожить. Это значит, надо пахать, как ишак. Мне нужна пища в самом крутом супермаркете. Это значит, что мы должны пахать, как ишак. Мне нужна очень элитная, крутая одежда. Пахать, как ишак. Мне нужен Apple. Пахать, как ишак. Я просто вам привожу примеры. И это означает потеря времени. Человек теряет время на духовную жизнь. Я не пахал, как и шаг на этот Apple. Но у меня не было Apple в свое время. То есть, вы понимаете, я был скромным студентом, когда я начал заниматься духовной практикой. Жизнь начала меняться очень быстро, в лучшую сторону. Потребности снизились материальные и увеличились возможности жить. Развитие пошло, личность. Итак, даже если мыслить это с этой точки зрения, с точки зрения, что семья, современная семья означает достаток и вот все вот эти вещи, которые я перечислил, то все равно надо заниматься работой над собой, чтобы это все было. Но если вы будете заниматься работой над собой, то вы поймете другую вещь, что семья не означает все вот эти вещи. Это означает глубокие отношения, понимаете, которые только с помощью работы над собой достижимы. Глубокие отношения не возникают в результате того, что у нас много денег. Или что у нас крутая квартира, и мы сразу глубоко начали отношения. Мы больше балдеть будем там, да. Вот представьте, вас сейчас дворец поселят, как бы вы будете женой ходить по этому дворцу, и какое-то время будете просто наслаждаться жизнью. Вы думаете, блин, у нас так отношения улучшились, потому что мы в этом дворце находимся. Мы улыбаемся друг другу, у нас все хорошо, у нас прислуга. Пройдет месяц, и у вас начнутся те же самые проблемы, которые были раньше. Потому что ко всему материальному человек очень быстро привыкает, а потом ниже стандарты, неприемлемы. Если человек поел в крутом ресторане месяц, он уже не может есть дальше в простом. А это значит, что ему надо большую цену за это потом платить. Но у
научись спать под деревом, это самый лучший способ вообще жить. Но мало кто может научиться спать под деревом. Я там видел на святом месте, как эти люди живут, которые просто живут на улице. Не то, что они нищие, они интеллектуальные люди, очень возвышенные, но они просто не понимают, зачем как-то по-другому жить. Понятно, там в Индии не так холодно. Но даже с этой точки зрения, просто с точки зрения России, есть же простые условия жизни, есть навороченные, понимаете? Простые требуют не так много усилий. Я вас не призываю сейчас простым условиям жизни, не призываю. Я сейчас говорю о семейной жизни, потому что семья человека напрямую зависит от его концепции счастья. Если человек не понимает, что такое счастье настоящее в семейной жизни, то он получит две вещи. Первую вещь – он упахается в жизни, как ишак упахается. А вторая вещь – его семья, несомненно, будет разрушена. Несомненно. Потому что люди не могут долго прожить вместе, просто желая достатка. Для того, чтобы долго жить вместе, нужны сердечные отношения, нужны глубина, нужна боль человека чувствовать и терпеть. Это невозможно жить вместе, если ты не понял человека, не почувствовал его. Это только с помощью духовной силы можно сделать. Ощущения друг друга не возникают от того, что мы долго вместе находимся. Ощущение человека не означает, что ты очень глубоко в сексе его познал. Ощущение человека означает способность простить, способность принять, способность понять, способность принять его недостатки. Это духовной силой только с помощью достижимо. Это невозможно достичь с помощью просто какой-то работы, ну, самовнушения какого-то. Мне нравится, как он обижается, мне нравится, как она обижается, мне нравится, как... Ну, хоть ты тысячу раз повтори, все равно тебе не понравится. Потому что это больно. Когда женщина обижается, мужчина вызывает боль. Когда возникает боль, то все, теряется разум, человек не может соображать. Начинает кричать, ругаться, злиться и так далее. Но чтобы не возникало боли, нужно понятие, осознание. У меня даже вот в святом месте там был такой случай, что муж и жена не понимают друг друга, хотя они занимаются духовной практикой. Как вы думаете, почему они занимаются духовной практикой и не понимают друг друга? Они ругаются друг с другом. В чем причина? Чего им не хватает? Взаимоотношений между собой, не каждый себе. Им не хватает знания о том, что такое семья, что такое жизнь в семье. У них нет образования в этом плане. Они знают, как молиться Богу. Они знают, как духовной практикой заниматься. Но у них нет образования. Они не понимают, что такое семейная жизнь, что эту духовную энергию можно вкладывать в отношения. У них нет образования этого. Образование это означает, что мужчина начинает чувствовать, видеть, насколько женщина чувствительный человек. Насколько ей нужна забота, внимание, ласка, нежность. И то, что она клянчит, это не является как бы ее глупостью. И что у меня особенная какая-то дура попалась. Она вот такая так себя ведет вообще, как бы вот такая постоянно чувствительная, капризничает. Не повезло, короче. Это непонимание просто того, что все женщины вот имеют такую природу, что они очень чувствительные. Им чуть-чуть нажал словом вот посильнее. Женщине уже очень больно, она не может это терпеть. Но женщины не понимают, что это мужчины не понимают. Не понимают, что мужчины просто не понимают это, в этом проблема, что не понимают, что вот женщины такие. У них нет понимания. Это отсутствие знания просто элементарно, что на женщину нельзя нажимать. Единственный способ общаться — это по-доброму, ласково, по-доброму. Строгость должна быть внутренней. Допустим, самое лучшее на женщину действует, когда мужчина просто молчит. Она не так себя ведет, он просто смотрит на нее, молчит. Она лучше это понимает, чем он ей будет как бы тыкать в эту проблему. Уважать его начинает за это, начинает думать об этом сразу. Что это он молчит? Что я тут что-то не так делаю?
чтобы молчать, для этого нужна духовная сила. Потому что люди кричат, мужчины, потому что не хватает этой силы. Но духовная сила плюс понимание дает блестящий результат. Человек успокаивается. Жена обидчиво, обиженно себя ведет, а он понимает, почему это происходит, и не тратит зря свои силы. Потому что боль возникает от непонимания. Я обходил святое место, 24 километра босиком вчера. И я босиком-то не хожу так в жизни. Представьте, раз 24 километра босиком. Там иногда асфальт, иногда камешки, иногда песок, земля, там колючки, все что угодно. Это пересеченная местность. И мне нужно было просто ценность того, что я обойду босиком это место, ввести в свое сознание. И это длилось где-то километров 6. И это было очень больно идти. Очень больно километров 6. А потом легко и хорошо. Стопы горели потом, но сейчас нормально уже все. Понимаете, о чем я говорю или нет? Я говорю о вашей жизни сейчас. Я не говорю о том, что я прошел вот это все. Я говорю о жизни. Что в жизни нам не хватает, зачем это надо вообще. Потому что большинство людей вообще считают, что мне вот с этим человеком жить 100 лет бы не надо было. И я вообще не понимаю, зачем я до сих пор с ним живу. Большинство людей не ценят свою семью. В этом самая главная проблема. Мы не знаем, зачем нам это надо вообще. В этой культуре понимание, что это не я создал семью, нет этой культуры, нет у нас. Большинство людей считают, что они сами нашли друг друга. Это полное заблуждение. Некоторые люди вообще не могут найти никого себе, даже красивые есть. И не могут найти, почему? Потому что не положено. А когда приходит время, человек получает близкого человека, потому что так положено. Это божественная сила, людей держат друг с другом. Поэтому, когда мы разводимся, нас наказывают за это. Когда мы разрушаем отношения, нас наказывает эта же сила, которая нас держит вместе. Поэтому не надо разводиться. В этом причина. Некоторые спрашивают, а почему, Олег Геннадьевич, нельзя разводиться? В этом причина, потому что мы не сами не создавали отношения. Почему нельзя самоубийством жизнь заканчивать? Ты сам себя рожал? Нет. И сам себя убивать не имеешь права. Вот и все. Тебе дано было рождение, дано. И уход из жизни тоже будет тебе дан. Это не по своей воле происходит все. Точно так же человеку дается семья. И если она дана, тогда знайте, что есть два фактора сразу, которые надо признать. Первый фактор – это семья может быть счастливой по-любому. Потому что никогда не дается семья человеку, которая бы не могла быть счастливой. Какой смысл? Вот зачем высшим силам, которые полностью справедливы и полностью любят нас, зачем им давать нам человека, с которым я по-любому не смогу быть счастлив? Зачем? Какой смысл вообще? Для чего? Чему научить? Что они там все козлы? Мне жизнь испортили? Этому научить? Это же катастрофа. Ценить следующего. Если ты не оценил первого, следующего ценить уже тяжелее. Каждое поражение на этом пути указывает не на улучшение в следующий раз, а на ухудшение. Почему есть ошибки, можно не забыть человека? Видите, вот вы сейчас, спасибо вам, микрофончик. Микрофончик. Господь не помогает. Сейчас мы эту тему вскроем. Это важно. А вот девушка хорошая у нас. Хорошая девушка. Девушки пригожие. Песня есть такая. Я говорю о том, что можно ошибиться и выбрать не того человека изначально. А кто выбирает? Ну, женщина выбирает.
Вот попробуйте выбрать. У вас есть муж, нет? Нет. Попробуйте сейчас. Это нужно в процессе общения объяснять. Вы ошибаетесь. Когда придет время, к вам прилепится человек. Причем, знаете, не такое, о котором вы мечтали. Скорее всего. Это происходит по высшей воле. Но у этого человека будут черты вашей мечты. Часть вашей мечты в нем будет обязательно. Кусочек какой-то. Чтобы вы не плакали. Поверь мечту, поверь мечту, поверь мечту скорее. Мои хорошие, поймите такую вещь, что мы не выбираем человека. Этот выбор происходит в результате влияния высших сил. Любовь негаданно грянет, когда ее совсем не ждешь. И каждый вечер сразу станет так удивительно хорош. И ты поешь. Давайте решим этот вопрос раз и навсегда для себя. Это ключевой вопрос в семейной жизни. Если я выбрала человека, то я могу ошибиться. А если я не могу выбрать человека, значит, я не могу и ошибиться. И значит, мне с ним надо жить. А если надо с ней жить, значит, по-любому надо сдавать экзамен. А если я не сдала экзамен, но старалась, значит, по-любому Бог меня простит и даст другого. Еще хуже. Нет, не хуже. Я считаю, что лучше. А вы уже разок так, да? Уже разок пролетели, да? Ну, да. Да, я уже почувствовал по вашим словам. Ну, вы можете считать все, что угодно. Вот это ничего не меняется, понимаете? Вот я когда летел в самолете, я считал, что я приеду в гостиницу, сразу лягу в ванну. Я приехал в гостиницу, а там оказалось, нет ванны. Просто нет. А потом в другую я лег в ванну и шум. Лежу. Я не прекрасен, может быть, снаружи, но душой красив наверняка. Это не значит, что у вас будет плохая семейная жизнь. Не значит, я так не говорил. Но если вы так будете думать, у вас точно будет плохая семейная жизнь. Потому что для того, чтобы она была хорошей, первое, что надо сделать, надо сказать себе, я недостойна хорошего мужа. Я недостойна хорошего мужа. Когда вы себе это скажете, то вы начнете трудиться над собой. Есть стопроцентная гарантия попасть в просак в жизни. Это считать, что у меня все будет хорошо. Просто так. Просто так. Считать, что у меня все будет хорошо после труда проделанного, это правильно. Это означает вера. А если человек просто, вот он ничего не делает, живет и думает, а у меня будет хороший муж, а у меня будет все хорошо. Есть такая пословица, нашему теляти да волка съесть. Но у вас все будет хорошо. Это я так должен считать, я. Потому что я вас могу благословить. Но благословение не означает, что вы дальше будете так же. Вот. Благословение означает, начните работать над собой. Не считайте, что вы просто так получите хорошего человека. Не считайте. Я не считаю, я работаю. Вы мне это доказываете или... Не доказываю, просто говорю. Вот когда вы будете работать, то вы не будете уже говорить. Хорошо, я поняла, спасибо. Ладно, давайте двигаться дальше.
Когда человек что-то делает, он хвалится. Когда человек начинает делать глубже, он понимает, что он ничего не делает. А когда человек делает по-настоящему, тогда он вообще об этом не хочет говорить. Это три стадии развития в каждом направлении человека. Вот, допустим, первая стадия. У меня будет хороший муж. Означает, ничего не делаю. Вторая стадия. Я тружусь над этим и понимаю объем работы. Наверное, у меня будет хороший муж, потому что я тружусь. Третья стадия. Я тружусь над этим и очень благодарна Богу, что Он дал возможность мне трудиться над этим. Я чувствую изменения в сердце, но я даже не хочу думать об этом вопросе. Будет у меня хороший муж или нет? Пускай Господь решит сам. Это означает победа. Это победа. Потому что когда мы делаем выбор, как думать, тогда мы приходим к поражению. Но когда мы выбор отдаем Богу, тогда Он точно нам выберет лучше всего. Точно. Потому что именно только Бог может выбрать лучше всего. Когда мы сами что-то считаем, тогда получается хуже всего. Когда мы отдаем возможность это делать тем, кто должен это делать, получается лучше всего. Итак, современное понимание семьи, как влияет на судьбу. Давайте сделаем такую табличку. Вот смотрите, у нас вот полностью на 100%, допустим, у меня понимание, что моя счастливая жизнь означает, что есть хорошая зарплата, есть квартира, есть дети, есть положение в обществе и здоровье, как бы нормальное поведение близкого человека. И совсем нет прощения, внутренней жизни, раскаяния, принятия человека, способности ему служить. То вот это даже если все будет, вот это все будет. Вот представьте, что это все появилось реально. У вас такая благочестие хватает, чтобы это все было вот так вот. То это значит, вот здесь напишите 100%, что семья развалится все равно. 100%, что она все равно развалится. Почему? Потому что человек не может вот этим всем быть только удовлетворен. Это невозможно. Ему хочется чего-то еще, и обычно это что-то еще выражается в том, что я просто хочу сексом с другой женщиной наслаждаться. Потому что, понимаете, или с другим мужчиной. Потому что, понимаете, даже когда все хорошо, чисто потребительское отношение к человеку приводит к тому, что он быстро надоедает. Ну быстро, там 5, 6, 7 лет, 8 пожили, и все. Почему так? Потому что невозможно наслаждаться одним и тем же долго. Невозможно. Вот сколько испытывать максимальное счастье от секса с одной женщиной? Устает человек уже, он не может, ему все надоело уже. Устал от этого, вот от такого типа отношений. Сколько один мед можно есть? Ну, может быть, вам очень нравится мед, но сколько вы один вид меда поедите? Мед, конечно, это не женщина, женщина слаще, чем мед. Но все равно от этого, от всего, что вызывает наслаждение, человек рано или поздно устает. Ему рано или поздно надоедает эта квартира, нужно менять обстановку, это машина, это работа. Ну то есть все, что он получил, как наслаждение, это все вызывает пресыщение в какой-то момент. И если не возникло никаких духовных ценностей вместе, тогда семья не сохранится. Все свои силы вот туда убабахивать нет никакого смысла. Хорошо, давайте дальше будем. Я сейчас утверждение сделал, а теперь я хочу кое-что услышать от вас. Поднимите руку, кто это понял, но уже поздно. Ну вот с девушкой хочу поговорить. Она такая искренне подняла. Мне очень понравилось.
выплывай, ты несет меня с края. Ну, я рад вас видеть здесь на лекции. Спасибо. Кстати, вот молодой человек, вот мы вас спасли, да, знаете, что вы бы сейчас меня через камеру смотрели. Вот камера прям так стояла, где вы сидите. Вы даже не знаете об этом, что вы были спасены. Ну так, между делом просто. Да? Ну, просто я могу сказать, что мы с мужем прожили 4 года, и именно разошлись по этой причине, то, что все было направлено на материальное обогащение. А почему вы разошлись? Почему вы разошлись? Вы же потому такая вот хорошая. Духовного ничего вообще не держала. Ну, вот а почему? Вот что как бы стало причиной? Какая причина развода? Что произошло вообще в вашей жизни? Ну, произошла измена со стороны моего мужа. Ну, почему вы такая красивая? Почему он вам извинил? Вы правда красивый человек, вот у вас взгляд такой красивый. Вообще, вы красивый человек, почему он вам извинил? Чего ему не хватало? Ну, наверное, чего-то не хватало. Было пресыщение, вы правильно все сказали. Все услышали или нет в зале? Я почему, вы знаете, почему я с ней начал говорить? Ну-ка, встаньте. Она хорошенькая такая. Хорошая, красивая. Некоторые думают, вот красивую найду, бросать не буду. Не работает система. Не работает. Если ты не разглядел человека, это значит, что ты ему не служил. Разглядеть человека можно только с помощью внутренней жизни. Надо что-то сделать для него. Что сделать? Вот принять обидчивую жену, принять ее обиду, это служение, это настоящая любовь. Вот она обижается, взять и принять это, ее такую вот обидчивую. Муж, допустим, гневается. Взять его и вот таким гневливым принять свою жизнь. Считать, что вот это мой человек, все. Вот у меня такой вот. Мы же принимаем детей. Вот ребенок, у меня вот такой. Ко мне часто родители приезжают даже с больными детьми, тяжело больными психически детьми, искалеченными при рождении. Они любят их, принимают их такими. Почему? В чем причина? Как вы думаете, почему они это принимают детей прямо с крупными недостатками серьезными? В характере, в теле, во всем. Почему? Как? Ну, потому что это ребенок. Ну, и понятно, что это ребенок. Но есть причина же какая-то. Любовь. Вы не ответили на мой вопрос. Но он такой Дан. Как есть. Не сомневается в том, что это именно их ребенок. Их человек. Это уже ближе, да. Это вы говорите опять результат. Не сомневается в том, что это их ребенок. Это результат. Я вам сейчас отвечу, почему. Не потому, что я самый умный, потому что я изучал эту тему и знаю ответ. Ответ заключается в том, что мать при рождении ребенка видит в нем душу. Видеть душу означает видеть хорошие качества, все самое лучшее в человеке. Она потом также чувствует наслаждение от ребенка, ей нравится его попу целовать, там, это все нормально, там, это процесс работает тоже. Но как бы это тоже работает, все это классно, как бы, но я сейчас не об этом говорю. Потому что мужчине и женщине тоже нравится попу целовать, когда они только встречают, но потом почему-то перестают нравиться, вот бросают женщин. Есть причина серьезная, почему так происходит. Причина заключается в том, что мать не потому, что она такая крутая, а потому что Бог так решил, что женщина всю жизнь видит душу в своем ребенке, просто потому, что это ей дано, это подарок. Для женщины такой подарок. Это для того, чтобы человеческие отношения в обществе существовали, понимаете? Причем этот подарок не только людям дан, даже тигрица видит в своем ребенке душу.
чтобы его не сожрать. И поэтому мать всю жизнь любит ребенка со всеми его недостатками, со всеми его недостатками. Точно так же и женщина может любить мужчину всю жизнь со всеми его недостатками. Но для того, чтобы увидеть в нем душу, в муже, для этого нужно выбрать определенный путь отношений. Путь отношений означает, главное не машина, квартира, положение в обществе, работа, зарплата, а главное возможность служить человеку, принимать, прощать, верить. И это все развивать сердце надо, понимаете, не то, что вот, а у меня не верится. Это объем работы. Верится или не верится, это объем работы. А он плохой. А это уже ваш уровень развития. Он мне изменил. А это ваш уровень развития семьи. Он мне изменил, он пьет. Он ругается матом. Он издевается надо мной в постели. Это все означает слой жизни, в котором вы живете. Слой жизни меняется с помощью внутренней жизни, опять же. Если человек начинает работать над собой, он изучает, что такое святость, он читает священные писания, он пытается прощать, просить прощения, слушать лекции, режим дня соблюдает, раз, два, три, четыре, закаливается, аскезы совершает для того, чтобы развиваться как личность. И женские аскезы, и мужские, и целые лекции у меня на эту тему есть, посвящены этим темам. Когда человек так живет, он работает, развивается как личность, то он начинает видеть душу в близком человеке, и способность прощать его недостатки означает первая стадия победы над недостатком. Некоторые люди говорят: Олег Геннадьевич, скажите, что такое, чтобы я могла объяснить мужу, чтобы он перестал пить. Вот скажите мне что-то такое, чтобы я ему объяснила, и чтобы он перестал пить. На самом деле все не так вообще. Первая стадия победы над судьбой – это принять его пьяным. Принять его таким, какой он, потому что это твой объем работы, это вот Бог тебе показал тебя в прошлой жизни просто, и все. Это твой объем работы. Вот прими его таким. Ты же принимаешь свою судьбу или нет? Почему мы ругаемся с близкими людьми? Мы не принимаем свою судьбу. Это наша судьба перед нами стоит. Мы даже не знаем об этом и не догадываемся. Если бы человек знал, что ему судьбу его привели и поставили перед ним в ЗАГСе. Это твоя прошлая жизнь. Ты таким был раньше. Поэтому ты полюбил. Человек в другом только свое любит. Мы не можем чужих людей любить. Мы только своих любим. Своих означает, что я смотрю в тебя, как в зеркало, как самоотражение. Так и есть, понимаешь? Но мы не знаем этого ничего. Мне не повезло, в следующий раз повезет. Бред полный. В следующий раз будет то же самое. Сначала медовый месяц, потом тяжелый год. Если год проживете.